Папито, пипито, папито, чипито. And we are going to the Big Bird Lake. It will take around 2 hours, so it's over there. We'll see. Here we go. Papito, are you ready, Papito? Are you ready, Papito? You made this mess and left me with the pieces. Я сделала ленивый кейк для мамочек в декрете из вафель и со слоем сгущенки маскарпоне. Очень быстро, легко, всем советую. Папито, папито. Да, Артурочка. 1,5 часа грузились мы, мальчик. У меня тут подушка, спереди там вещи и сзади коляска. Особо ничего не брали из вещей, только Артурочку вещи в основном. Все, ехать 2,5 часа. Ю-ху. Это мы въехали в Big Bear City. И нас он вот так вот дождем жестким достаточно встречает. Надо прям в укрытие. Давай на паркинг. Мы, короче, попали в самую жесткую грозу, вообще ничего не видно. Ух, приехали. Артур, конечно, ну, твой этот плакал, ах, кричал, плакал. Часик всего поспал, а потом ерзал очень сильно. Были горы, меня заложило уши. Артур вообще какой-то был слабенький. Только сейчас, под конец, он очнулся, проснулся. Здесь есть CVS Pharmacy, так что это все, что мне нужно на случай, если что-то случится. Вот, Вонс также здесь есть. В общем, более-менее доехали, кроме вместо 2 часов ехали 2:40. Еще плюс дождь, трафик небольшой, там большой трафик достаточно был. В общем, достаточно сложновато с этим карапузиком, который не любит сидеть в корсете. Да, сейчас я буду. Да, не любишь сидеть в корсете. Фух, и у меня еще тоже в горах все время давление падает, и я потом нуждаюсь в какой-нибудь шоколадке с кофе. Что нос холодный сразу. Зато машинку помыла. Идите ко мне, малыши. Идите ко мне, малыши, выпить готов. В общем, такие вот небольшие апартаменты, такие вот кровати full size. Я не посмотрела, это не queen size. Full, они немножко меньше, чем queen. Нам нормально, может быть, мы даже сделаем их вместе. Посмотрим. Нет, мы сделаем вместе, они тяжелые. Ты что? Посмотри здесь. Да, телек. Главное, что есть небольшая такая кофеварка, но я с собой взяла растворимый кофе, потому что без кофе не могу. Холодильник сейчас вот вещи и сразу поставлю. Ванна обычная, туалет. Где свет? Блин. Почему-то здесь снаружи такая вот штучка. Вот, живем на первом этаже. Ку-ку. Вид обычный совершенно, но мы сейчас пойдем гулять. И там пул, самое главное, что есть пул. Пойду купаться. Рядышком причем. Ура! Ура! Давай, пойдем. Что-то очень много medical center, dermatology, там dentistry была. Прям как будто люди сюда прям приезжают лечиться. Мы идем в кафешку. Голодный teddy bear restaurant. Босс, маленький босс. Единственный минус этого отеля, вот этого, запомните, здесь нет пешеходного перехода, поэтому если идти в кафе туда налево,
Здесь нужно просто перебегать, а неудобно, потому что здесь горка, и машин не видно. Короче, будьте внимательны. Доброе утро, друзья. Мы проснулись, на улице градусов 12, очень морозно. Даже вон там иней остался. Такое раннее утро, проснулись в 6, благодаря вот этому принцу спал он хорошо достаточно, каждые 2 часа хотя бы просыпался, но не гулял, он то есть просыпался только на грудь, и в принципе нормально. Андрей вообще спал как убитый, а я такое ощущение, что и не спала, у меня было ощущение, что я не могу просто тупо уснуть и просто лежу и не пойму сколько время, и почему Артур не просыпается. Вроде выспались, сейчас 7 утра. Короче, 7:03, ни души, все кафешки закрыты, мы тут одни, как дураки. Мы хотели взять еду to go и пойти на озеро или в парк куда-нибудь туда, там сейчас туманчик, вот, чтобы не сильно остыла еда, не хочется сидеть внутри кафе, вот. Короче, сейчас посмотрим, что вообще добудем. В общем, заказали завтрак, 2 яичницы по $16, короче, вышло почти на 40. Обратно мы пойдем туда, к Марине, хотела поснимать такие кабинки. В общем, в Америке здесь очень популярно такие кабинки снимать. Люди приезжают там на полулета и живут, чтобы не в отеле жить с другими соседями, там, орущими. А вот, а живут в кабинке спокойно. И где-то стоит ночь в кабине немножко даже дороже, чем в отеле. То, что все-таки твоя территория отдельная, и как бы соседей нету. Кто там кроватью стучит? Кар-кар-кар. Ну, чтобы малыша не забрали, видишь, как он смотрит, ну, ворона могут. Oh, thank you, you're welcome. На нас кто смотрит с пятого сета, смотрите. Тут еще у нас есть. Открывай. Да, там еще. Ой, я думала. Нет. А хэшбраун это мой. О, офигеть. Нет, хэшбраун это мой. Это что, такой хэшбраун? Нет, офигеть. Хэшбраун. И Артур что такой хэшбраун? Мамы отпуск, так что бери пышечку и пошли купаться в бассейн. Я готова. Сделаем этот грейс. Артурчик, мамка идет. Артурчик на мамку смотрит. Да, да, хорошо. Ну давай, дорвалась уже, Вика, плавай. Не теплая? Теплая. Тепленькая?
красота, никого нет. Помаши ручкой. А то ти? А то. А то. Смотри, что такое происходит? Здесь очень много ездит этих мотоциклистов или кто это. Очень громкий. И у нас как раз отель прям рядом с дорогой. Поэтому, конечно, ребенок иногда встрягивает. Поехали в Омс, посмотрим, что тут за вонсик. Здесь еще есть Доллар Три, мой любимый магазин, все для творчества. Такие красивые горы, облака. 25 градусов, не очень жарко, но в горах достаточно солнечно и прям чувствуется, что солнце очень едкое. Да, Тотик? Делайте видео. Удобство жизни на первом этаже. Все рядом. Бассейн, барбекю, машина. Знаете, моя радостная и правда. Отельчик. Возьми салатик. В общем, попробую вам поснимать, пока этот поросенок сидит на мне. В общем, вот такие вот домики, очень похожие на домики либо вожатых, либо, как вот знаете, в кемп-лагерях для детей. Потому что такие разукрашенные дверцы здесь, они все подписаны. И все, видите, с digital замками. То есть прям... Вот. А так вообще предлагается здесь очень много разных комнат. Нам предложили также двухкомнатную со скидкой, когда увидели ребенка. Где-то вот в этом районе, в тишине, подальше от дороги. Здесь, видите, есть своя как бы такая эрия, где можно пожарить барбекюшки, посидеть. И в тишине достаточно. А еще вот здесь, если пройти, очень классный дом. Сруб. Это просто что-то нереальное. Я представляю, какой там вид на озеро. Но на само озеро мы, конечно, не ходили. Сегодня утром пошли. Там оно цвело сильно, водоросли цветут. Они достаточно ядовитые. Каждый год почти говорят, что типа не купайтесь в озерах, в реках, не пускайте туда собак, потому что собаки пьют и могут отравиться. Тебе дай спасательный круг? Ты чё? Ты боишься? Он туда дальше, там будет мелко. В общем, мы большую часть времени просидели в отеле, потому что Артур спит каждые 2 часа. Надо было покормить его, усыпить. Интересно, что почти в каждом, короче, отеле есть Библия. А здесь не простая Библия, здесь еще есть маленькая такая книжечка, 101 научных фактов о том, то, что подтверждается в Библии. Вот, и мне интересно было вот эта 16-я статья, что такие факты, как время, пространство, материя, энергия. Вот, об этом сказано типа в Библии. Вот, а что интересная книженца, что тут кто-то делал ноутсы какие-то, не разберешь. А еще хотела рассказать вам историю, я не стала снимать, но расскажу вам ее так. В общем, здесь очень часто продают дома, и мы встретили одного мужичка, который, короче, продал дом, здесь всю жизнь жил, где-то за 600 тысяч продал дом и уехал на эти деньги, так как он не знал, как жить в мегаполисе. Он уехал жить, он стал человеком мира, короче. Он все эти деньги решил прогулять на путешествие и отправился в кругосветное путешествие по Америке. И в итоге, короче, когда он вернулся, у него больше не осталось денег. И что он сделал? Он вернулся обратно и попросился в свой же дом. Да, Артурчик, в свой же дом попросился. Ему эти люди выделили комнату в своем же доме бесплатно. Потому что он бывший владелец и прожил всю жизнь здесь. Вот такие здесь добрые люди. Да, Артур? Фух, ребята, мы как... Не знаю, мы где. Очень тяжело с малышом. Он... Капризничает, не сидит. 7 месяцев, короче, не едьте никуда с малышом таким маленьким, потому что он у меня не ел пюре целый день. И...
Вот, и, соответственно, он голодный целый день, на груди виснет целый день, но спит более-менее нормально. Вот. Так что... Под вечер прям прохладно. Вот мы дошли до марины, здесь очень много лодок и потише от дороги. Я записала видео и в итоге удаляю все, потому что очень громко. В общем, хочу записать итоги, что с малышом достаточно сложновато вот с таким карапузом 7-месячным, потому что он уже начинает ползать и старается уже, знаете, прыгать. Сегодня у меня он с кровати как газанул и прям головой вниз. Я успела еле-еле поймать. Вот, и ходунки, конечно, здесь нужны, и нормальная коляска, но на коляске он не любит сидеть, поэтому, к сожалению, все время вот так вот таскаем на руках, и дома он постоянно, получается, на кровати тусит, прыгает. В общем, достаточно сложно с таким маленьким. Если ездить путешествовать, то, наверное, стоит ездить с грудничком, которому только молоко нужно. И больше никаких пюрешек, никаких продуктов, никаких мыть эти баночки, бутылочки, которые я задолбалась. Их еще же надо стерилизовать. А стерилизовать как? У нас не оказалось чайника. И мы просто тупо воду разогревали в микроволновке, чтобы она немножко нагрелась. И потом стерилизовали там, ну, соски, например. Короче, не может сосредоточиться. И поэтому, к сожалению, он даже не ел бутылочки. Вот, не ел, что я говорю, не ел, короче, пюрешки. Я сама уже устала. Не ел никакие пюрешки. В итоге, короче, он целый день на груди был. И не доедал. Плакал, капризничал. Хочет бегать? Да, он хочет бегать, больше пространства. А у нас комнатка маленькая, и там на полу же не разрешишь ему бегать. И в итоге он на кровати целый день проводит, крутится, вертится, не выбешивается и, соответственно, хуже спит. Вот поэтому мы сейчас вышли гулять, хоть прохладно, хорошо. Что мне здесь нравится в горах Биг Бера, что здесь достаточно прохладно. Утром было вообще 15, сейчас где-то, может, 23, но ветерок, поэтому мы его тепленько одели вот так вот. Вот. Да? Котик мой маленький газанулся на кровати. Вот, так что уже пошли первые синячки у нас. Ну, вообще нормально, конечно, но хотелось бы остаться подольше, но, конечно, отдых, не отдых с ребенком. Я кайфанула только немножко, когда поплавала в бассейне. Андрей посидел с малышом буквально там с получаса. И, наверное, Андрей сегодня барбекю чуть-чуть пожарил, я тоже немножко объелась и кайфанула. Зубки ударил, да, красненькие. А зубки. Так он капризничает, зубки лезут, и достаточно тяжело. А зубка красненькая. Домочка. Глазки красненькие. Ну, домики здесь очень крутые. Большинство домов в Биг-Бере, конечно, сдаются, потому что, ну, люди здесь не особо живут, а сезон настолько крутой и настолько востребованы эти все дома, что, конечно, люди просто сдают и тем самым зарабатывают себе хотя бы на полгода. И все, и могут жить дальше здесь. Очень красиво. Он всем машет, своим подписчикам, Артур. Теперь новый появился у нас, звезда. А, все ножки, ручки, все танцует. Че, Артур, давай, скажи что-нибудь своим подписчикам на канале Юдер Блогер. Давай. Ну? Рассказывай что-нибудь, Артур. Он может так станцевать, наверное, да, Артурчик? Вик, ну ты прям вся на стиле такая. У тебя прям все оверсайз. Подожди-ка. Не оверсайз.
вся твоя одежда просто. Нет, Версаль. Я себе ничего не взяла. Да. Я все подготовила, за 3 дня все готовила, готовила. И в итоге себе ничего вообще не взяла. А ночью я вообще замерзла, потому что Андрей включил кондиционер, а я не могла встать, потому что Артур лежал прям под боком. Короче, я просто замерзала. Вас, Артур? Ой, что, как он рот открывает, посмотри. Крутим, крутим его, да. Вот так. Ну, прям профессиональная мамка, посмотрите. Вик прям выросла уже, все. Да, рыбунчик, рыбунчик. Красненький, да. Окошко открывал, хотел рассвет встречать. Пойдем рассвет встречать. Утром мы снова идем в это же кафе, потому что оно единственное здесь работает. А вот здесь такие красивые собачки. Ой, какие умненькие носики. Красивые. Так все болтают громче. Да, мой мальчик, да. Очень вкусный пай. Всем рекомендую. Как вы думаете, сколько стоит вот такой дом на Big Bear? Так, смотрим, 789, 900, 3 bedroom, 3 bathroom. Можно посмотреть вот стоимость домов. Мне вот этот понравился, тут 4 bedroom, а это вообще 9 bedroom. Офигеть, под миллион. Кстати, это не так дорого по сравнению с Лос-Анджелесом. Малыш прям на руках уснул. Вообще здесь на Биг Бэре постоянное ощущение весны какое-то. Тепло, утром не холодно и такая как будто поздняя весна. Так приятно, вообще воздух чудесный, конечно. Не передать атмосферу. Заправки. В деревне, оказывается, есть заправки для Тесси. Здесь есть G5, смотрите. Выглядит, как обычно, елка. Я даже не заметила. Потом смотрю, какие-то странные
иголки, как будто снег выпал. И только так я заметила, что это не настоящая елка. Так что здесь интернет вроде есть, но, конечно, слабоватый. Места все заняты, очень много машин, уже все приезжают на уикендс и отдыхают. Друзья, пожалейте меня, я делала зарядку 2 раза, потому что первый раз я не снимала, поэтому пришлось заниматься еще раз. Вот, так что сегодня я буду дико уставшая, потому что я не занималась 100 лет, потому что сил не было вообще, но надеюсь, я это вскоре исправлю. Все, остался час, Артурчик, мама покупалась, мама, Артурчик погулял, сейчас да. Кашку покушает, папа вещи загрузит. И мы выходим так быстро. Маленький. Все, пойдем.